Благодійний фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб «Донбас» привітали дітей Донбасу з Днем Святого Миколая. Делегації фонду та клубу відвідали навчальні заклади, де вручили дітям та педагогам солодкі подарункові набори. Загалом в рамках акції подарунки отримали 58 тисяч дітей зі 150 шкіл, дитячих будинків та інтернатів Дружківки, Краматорська, Миколаївки, Покровська, Слов'янська, Святогорська, а також Покровського і Костянтинівського районів. Для нашего клуба и фонда большая честь поздравить наших маленьких друзей с самым светлым праздником, Днем Святого Николая. Я думаю, что все наши проблемы взрослых не должны ни в коей мере касаться детей, ведь они дети всего лишь один раз. Поэтому я хочу пожелать в этот замечательный праздник, чтобы у них все сложилось, чтобы они выросли успішними, здоровими, щасливими дітьми. Це і є будущее нашої країни. Вже за традицією вітали дітей хокеїсти основної команди ХК «Донбас». Якщо форвард Віктор Захаров є частим гостем подібних акцій і вже вітав дітлахів напередодні новорічних свят 2015-го, то нинішній капітан Донбасу Олександр Побідоносцев, висловлюючись хокейною термінологією, відзначив дебют. Ну, очень приятно. На самом деле, самое главное – это увидеть эмоции детей, которые принимают подарки, которые нам показывают разные номера, стишки рассказывают. Очень приятно именно эти естественные детские эмоции видеть. Хочется, чтобы радость и счастье в их жизни было гораздо больше, может, чем взрослые сейчас сталкиваются с такими вопросами. Поэтому хочется пожелать им, в первую очередь, здоровья. Всего самого наилучшего и побольше таких праздников, чтобы делать детям приятное. Большое получаю от этого удовольствие. Как только попал в хоккейный клуб «Донбас», сразу нас на такие мероприятия стали приглашать. И это очень приятно, очень классно. Заряжаюсь позитивом от детей. Они все такие, ну, классные, не знаю, как это передать. В общем, только самые положительные эмоции от этого. Да, я всегда волнуюсь, не знаю почему. Так вот переживаю, потому что как бы тоже ответственная такая задача, чтобы, ну, чтобы детям все понравилось. Поэтому переживаю, да. Это честно, перед играми меньше у меня переживаний. София, расскажи, что тебе подарили сегодня? Конфеты. Какие конфеты? Ну, разные. Ну, давай посмотрим, что там есть. Открыть? Да. Что ты всем желаешь, своим друзьям в День Святого Николая? Ну, им подарил свой любимый подарок Николай. Ничто они заказывали на тот день и одинаковое. Спасибо, хоккейный клуб. Ну, в нашем закладе стала традицией отмечать свято, присвячено Дню Святого Миколая. І вже кілька років поспіль ми отримуємо подарунки від фонду Бориса Колеснікова для дітей нашої школи. Тому я хочу від імені учнів, в першу чергу, від імені працівників і батьків виразити щиру подяку фонду Бориса Колеснікова за такий подарунок і за святковий настрій, який подарували ці подарунки нашим дітям. Тільки Донбас і тільки побіг. Thank you.